К другим новостям. С начала года в ночлежках Петропавловска побывали 593 бродяги. Ежедневно североказахстанские полицейские доставляют туда в среднем 10-15 человек. Рейды и оперативно-профилактические мероприятия зимой стражи порядка проводят чаще. В этот раз подвели итоги двух дней работы. Подробнее в материале, подготовленном при содействии пресс-службы областного департамента полиции. Рейды по всем возможным местам скопления бездомных полицейские проводили в течение двух дней. Выявляли, а потом доставляли в приемник-распределитель. За два дня туда попали больше 200 человек. Сейчас вы где живете? Сейчас зима, на улице. Приезжают сотрудники, бывает, забирают, везут на слежку. На слежке тепло, да. Кормят. Так получилось, что я бомж. Сотрудников часто встречаете? Часто, но я им не грублю, они мне не грубят. Всегда с уважением, они ко мне, я к ним с уважением. Я к ним никаких претензий не имею. Говорят, приехать, еду. Говорят, ну поедем, говорит, на слежку. Говорю, поедем. И больше я ничего не могу сказать. Один из таких приемников, еще их называют ночлежками, расположен в рабочем поселке. Бездомных туда доставляют каждый вечер. Многих здесь знают в лицо. С новичками же проводят беседу, а еще фотографируют. Сотрудниками приемника-распределителя в среднем 10-15 человек ежедневно доставляются в отделение ночного пребывания при Центре социальной адаптации акимата города Петропавловска. С начала текущего года в ночлежке находилось 593 человека. Основной задачей приемников-распределителей органов внутренних дел является выявление лиц, не имеющих определенного места жительства, документов, помещений их приемники-распределителей для установления личности и идентификации с разыскиваемыми лицами, без вести пропавшими. Такие рейды полицейские проводят регулярно. Анжелика Сычева, при содействии пресс-службы областного департамента полиции.